Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов, их автобиографии. Хуан Санчес Катан. Испанский художник, один из основоположников реалистического стиля в Испании, мастер натюрморта. Я пользуюсь переводной Википедией. Родился 25 июня 1560 года, близ Толедо. В течение более чем 20 лет был деятельным как художник в Толедо в конце 16-го, начале 17-го столетия. Здесь он писал портреты представителей местной аристократии, картины религиозного содержания и натюрморты. Наиболее интересны его натюрморты этой эпохи, где ясно чувствуется постепенный отход художника от маньеризма. Образцом в этом жанре живописи для Санчеса Катана были натюрморты, созданные мастерами из Италии и Нидерландов. Работы Катана пользовались большой популярностью среди образованной части высшего толедского общества. По своему стилю картины этого художника относятся к школе Эскориала. В них ощутимо влияние венецианской школы живописи. И они представляют своеобразный художественный переход от маньеризма к искусству барокко. 10 августа 1603 года художник закрыл свою толедскую мастерскую и поступил послушником в картезианский монастырь Санта-Мария-дель-Пилар. В 1612 году был послан в Гранаду, где принял монашеский постриг. Все последующие годы жизни провел в картезианском монастыре Гранады, как один из братьев ордена. Одной из наиболее значительных работ в годы его монашества является цикл из 8 больших картин историко-религиозного содержания, посвященных основанию ордена святым Бруно и преследованиями католического духовенства в Англии во время реформации. Эти полотна он написал для картезианского монастыря Гранады. Его религиозная живопись в целом не представляет новых открытий в искусстве. В то же время натюрморты Катана делают его одним из крупнейших мастеров Европы своего времени в этом жанре. Несмотря на то, что Катан удалился от мира, его творчество оказало влияние на таких позднейших величин испанской живописи, как Франциско де Сурбаран, Филиппе Рамирес, братья Кадруччи и другие. Умер художник 8 сентября 1627 года в Гранаде. Ну вот так вкратце из Википедии о испанском художнике, основоположнике реалистического стиля в Испании, мастере натюрморта Хуан Санчес Катан. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.